Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Юбилейные монеты. Сегодня в этом видео мы рассмотрим вот такую вот банкноту номиналом 5 белорусских рублей 2019 года печати. Это крайний год печати этих банкнот. Сегодня мы ее рассмотрим. Купил эту банкноту в Ростове-на-Дону за 200 рублей. Она мне понравилась по виду внешнему. Я решил ее приобрести. Такая вот банкнота. Это пополнение моей коллекции. Эти банкноты печатались британской компанией Delarue. Лицевая сторона банкноты. Рассмотрим лицевую сторону банкноты. В правой части изображены каменская белая вяжа, расположенная в городе Каменце Брестской области, и коллаж из архитектурных элементов. У верхнего края надписи «Национальный банк Республики Беларусь». Чуть левее размещен год 2019 и подпись должностного лица главы правления Национального банка Республики Беларусь. Номинал обозначен цифрами в левом верхнем углу и в центре банкноты. Прописи вертикально, у левого края горизонтально, в правом нижнем углу 5 рублей. Давайте рассмотрим обратную сторону банкноты. На обратной стороне банкноты у нас изображение древнего детица Брестья, деревянное колесо и фрагмент кожаного пояса. Номинал у нас цифра справа в правом углу 5, и внизу у нас 5 с надписью рублей. Вот, также у нас имеется серия и номер банкноты. Водяной знак каменская вяжа, локально расположен в специальном поле. Полутоновый. Кроме этого, по краям банкноты расположены краеугольные водяные знаки. Ну, я думаю, что также эту банкноту можно будет потом рассмотреть на сканере для проверки подлинности банкнот. Я думаю, вам будет тоже интересно. Но это будет уже в отдельном видео. Вот, вот такая вот банкнота в моей коллекции. Вот такая, друзья, банкнота у меня на обзоре. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой банкноты. Красивая, некрасивая? Интересная, неинтересная? Стоило ли ее покупать? Вот, мне тоже будет интересно. Ну, на этом все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии и смотрите мои другие видео. Всем пока и всем до скорых встреч.